Будь готов. Снова люди? Что-то другое. Вот эти странные дохлые твари. Тут и драугры есть. Они что, сражались? Это что-то необычное. Еще такие. Отлично. Он пролез тут внизу. Локоть вверх, не дрожать, спокойно. Не спеша и точно в цель. Попал! Не упусти. Мальчик!
где ты? Скорее, отец! Я нашел! Атрей! Атрей! Что вы наделали? Прости! Атрей! Чей-то? Он не чей-то, он мой друг. Мальчик выполнял мой приказ. Тогда помоги мне. Подержи вот здесь. Держи, говорю, он теряет кровь. Он последний в этом мире, а вы давай стрелять. Добывали еду? Тренировались. Тренировались они. Мне очень, очень жаль. Прижимай сильнее. Это моя вина, надо было строже следить. Он умрет? Нет, я ему не позволю. Так, ваша стрела перебила артерию. Найди оба конца и крепко зажми. Сперва слева. Зажми и держи. Теперь справа. Зажми крепче. Да, теперь соедини их и держи ровнее. Здесь я его не исцелю. Мой дом вон там, за деревьями. Ты его понесешь. Он не должен погибнуть. Хорошо, сейчас он спокоен. Ему лучше. Грейса. Сюда. Этот лук для тебя великоват. Мне мама сделала. Сказала, она вырастет. Ты ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она умерла. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Сын. Я соболезную вашей потере. Мы пришли. Ты живешь на дереве? Не на нем. Под ним. Хемилей! Гляди! Все хорошо. Он мирный? Мальчик. Не бойся, ему ничто не грозит. Она хорошая. Положи его на доску. Держи крепко. Ты одна живешь?
Мне так удобней. Мой отец тоже не любит людей. Сын. Ну, правда же. Не позволяй ему так метаться. Хорошо. Тише. Отдохни. Мне нужны еще две вещи. Краснокорень растет прямо за домом. Принесешь пучок? Что еще? Я вижу, что ты бог. Не из этого мира, но ясно сразу. А он не знает? Не знает, кто ты и кто он сам? Это не твое дело. Здешние боги чужаков совсем не жалуют, уж поверь. Я знаю, когда тебя найдут, а они найдут, ты не обрадуешься. И он станет спрашивать. С этим я сам разберусь. Все равно защитить его от правды ты не сможешь. Но ты прав. Это не мое дело. Еще нужен сердечник. Принесешь? Такой белый цветок в саду. Горсточку. Ладно. Сердечник. Сердечник, прошу, время уходит. Прошу тебя, без сердечника, что растет в саду, я его не спасу. Скорее! Она мне нравится. Живет под брюхом черепахи. Ты слишком много болтаешь. Мы не знаем, можно ли ей доверять. Она не нападала. Пока. Поможешь? У меня никак. Пригодится. Я выронил? Как догнался за кабаном. Но как же так? Я же не мог Ты его... Ты его потерял. Я теперь буду внимательней.
то, что нужно. Он будет жить? Да. Тогда мы уходим. Стой. А благодарность? Ты же скрываешься. Этот знак спрячет от тех, кто хочет вам навредить. Ты скрываешься? Люина. Люина. Эмили. Под домом есть тропа. Она без помех выведет вас из леса. Следуйте по тропе, а затем на свет солнца. Мы еще увидимся. А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходите. Идем. Этот подземный ход проведет вас ближе к нужной вам горе. Возьмите лодку. Стойте. Возьмите это. С его помощью вы всегда найдете верный путь среди миров. Он укажет вам дорогу к цели. Я вижу лодку. Мама про них рассказывала. Не знал, что они существуют. Кошмары? Да. Одних у людей кошмары. Кошмары. Я не помню. Жаль, у нее нельзя Да.
похоже. До горы доберемся быстро. Мне просто не верится, что я тут, что все это происходит. Когда-то я думал, что не покину наших лесов, а то и собственной постели. Ты не виноват в том, что болен. Да, я знаю. Просто хочу сказать, что все это здорово. Смотри, как мы близко. Мы плывем навстречу морю. Как ты понял? Ты не чуешь запах? Если это запах моря, море воняет. Смотри-ка, это Тор. Тор, бог грома. Точно. Я думал, ты не слушал мамины рассказы про богов. Иногда слушал. Она говорила о том, кто не чувствует боли. А, похоже на Бальдра. Бальдр. Он ас, сын Одина и Фрик. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь? Прямо посередине озера. У него на груди какие-то руны. Мне отсюда не разглядеть. Написано: пожертвуй оружие сердцу воды, пробуди колыбель мира. Что? Бросить наше оружие в воду? Как тебе такое предложение? Что, правда бросишь?
вернулся. Разбитый корабль, видишь? А вон статуя Тора. Только теперь ее стало видно лучше. Змей вылез, и вода убыла. А, вот почему тут берега раньше не было, да? А вон гора. И это строение ведет от подножия горы к золотому храму. Все это было под водой. Все, кроме статуи. Здорово, да? Там причал. Вон, рядом с флагом. Мы сначала причалим, да? Мы первые, кто пройдет здесь с незапамятных времен. Ты знаешь об этом змее? Он из великанов. Он так велик, что опоясывает весь мир и кусает себя за хвост. Это болтовня. Не знаю. По мне, так он большой. Очень-очень давно. Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатый верзила и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. Брок? Но как ты... Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый нашел. Ну, ладно. Как думаешь, что ему нужно? Поиграть на нервах. Когда пойдет молва о моей новой лавке, ко мне наконец хлынет народ. Они будут локтями друг друга расталкивать, чтобы глянуть на товары. Увидите. Ты всегда так носишься? Жуть. Лови! Вот куча камней. Этим ключом Игдрасиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда, если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо. Я
Я готов к работе. Достойно, засранец. Впереди опробуй. Теперь можешь не осторожничать. Отлично. Пополам, вспомнишь меня? Теперь топор в полнейшем порядке. Хороший выбор. Осторожно, эту штуку только взглянешь, уже порежешься. Смотри, теперь не держи без дела. Теперь можете крушить.
и славные битвы. Ну там мой брат сотворил, я все исправил. Ну что, удачной тебе резни.
это что? Рог. Вот отверстие. Подуем в него? Не знаю, что случится. Обычно мы нажимаем все кнопки и дергаем за все рычаги. Только там, где результат предсказуем. Тут другое дело. Надо бы поработать над твоим чутьем. Приведет нас к горе. Я готов. Эти руны я не знаю. Будь у нас ключ к ним, я бы мог их расшифровать. Эти я прочесть не могу.
Я не могу прочитать. Я же говорил, нам нужен ключ. Смотри, тут еще. Смотри, мировой змей. Он куда больше, чем я думал. Смотри, он укусил Тора. Или укусит его, наверное. Что это такое? Ужасно пахнет. Это яд. Шифра. Нужно найти еще несколько таких. Что это было? Воняло ужасно. Твоя мать называла такое нитшест. Мерзкое колдовство. Это она научила меня, как с ними справляться. Что? Неужто она и правда тебя чему-то учила? Да. Здесь туман. Еще одно. Может, нам... Нет. Он нам не нужен.
Я очень извиняюсь. А откуда у тебя этот топор? Это тебя не касается. Да, и я с этим не спорю, но я его знаю. Это один из наших, и его не для тебя ковали. Прочь с дороги. Я не могу. Та, для кого мы его сделали, была мне очень дорога. И я буду несколько рассержен, если окажется, что ты с ней что-то сделал. Это мамин топор. Она отдала его отцу перед смертью. Фэй умерла? Это очень печальные вести. Хорошая была женщина. И храбрый воин. Ладно. Я улучшу топор для тебя. Но тебя никто не просит. Ну, верно, но можешь мне поверить, твоя мать попросила бы меня исправить тот ужас, который сотворил с ее топором мой брат. Я знал, ты брат Брока. Вот половина клейма. Так Синий твой брат? Да, но из нас двоих талантлив я. Не вру. Клянусь, Фрей. Ты можешь что-то добавить, но убирать ничего не смей. Ага, но ты не мог бы положить его вон туда? Рукоять Нет. такая грязная. Ну что ж, ладно, тогда я просто... Да. Это что, кровь? О. Над чем ты работал? А, это я зову его Небоход. Там на горе скрыты целые залежи редких материалов. Добыть можно, только потом надо их как-то спустить. Ты знаешь, как это сделать? Да пока что не очень. Ты правда сделал его для мамы? О, этот топор я где хочешь узнаю. Одно из лучших наших творений. Усилен воплями 20 ледяных троллей. Или 21. А почему маме? Откуда ты ее знал? Она сама нас нашла. Твоя мама была особенная. Она хотела защищать людей. А нам захотелось дать ей силу. Потому что она стремилась к добру. Она даже знала наш язык. Она говорила: «Мазурин сэм Генгур, эйген вегум ханс». Генгур айн. Точно, впечатляет. А ты в нее пошел, по глазам видно. Да. Спасибо, сын. Нет, трогай меня. Что? Я не трогал, ты что? Я потом зайду. Не ходи, где попало. С тех пор, как ушли все люди, никого хорошего не осталось. Не люблю обобщать, но... Обычно местные пытаются тебя убить. Ага. Это, конечно, не мое дело, но я бы на твоем месте смыл этот символ Шей. Нам сказали, что это нас защитит. Это была ложь? О, нет. Защита, конечно, вполне надежная. Да, но чтоб ты знал, этот пигмент всегда разводится кабаньей мочой. Как считаешь, это лучше, чем погибнуть? Ну, получше. Ну, шея твоя. Что приглянулась? Что-то еще? Дай подумать.
За мной, Атрей. Прости, я отвлекся. Берегись!
да? Давай, соберись. Гномы странные, как Брок и Синдри. Почему они не могут поладить? Они же родня. Нас это не касается, сын. Ладно.
Не знаю. Мы приближаемся к горе? Да. Ого!